Неужели российские фигуристки смогут сохранить медали за командное первенство в Пекине? Всем привет! Вы попали на канал BNews. Перед началом этого видео обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте большой пальчик вверх, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. А мы погнали! Спортивный юрист Анна Анцелилович заявила, что Россия может сохранить золотые медали в случае дисквалификации Камилы Валиевой из-за нарушения допинговых правил. Напомним, что несколько дней назад спортивный арбитражный суд заявил о возможном отстранении фигуристки на 4 года и аннулировании всех ее титулов. По правилам, аннулировать медали можно только на тех соревнованиях, где была взята положительная проба. По идее, все результаты этой пробы должны быть аннулированы. За исключением принципа справедливости. В кодексе есть оговорка, если принцип справедливости не требует иного. Получается, что если Камила докажет, что ее принцип справедливости требует, чтобы результаты не аннулировались, то Россия сохранит золото. При этом будут учитывать все факторы и то, что результаты о допинге пробы Валиевой опубликовали спустя полтора месяца, а по правилам лаборатория должна сообщить результаты через 10 дней после. Будем надеяться на хорошие новости. Спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайся на наш канал, ставь большой пальчик вверх, а также нажимай на колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши видео. Всем пока!